Поехали, вау. Какой-то пояс нашел. Давай пояс. Так, не надо. Вам нужны припасы. Да, нам нужна еда, лекарства. Да. Нам надо все. Найдете, если не будете знать, где я помогу. Мне кажется, у нее лицо самое детализированное во всей этой игре. По воле Божьей. Вчера у нас кончилась вода. Две храбрые души. На насосную станцию. Ну, видимо, их там засосало. Да. Погнали. Да-да-да, вы хотите засосаться полностью? Кстати, что мне там по оружию? Я уже ничего не помню. А ладно, после... О, бейсбольная бита, которая очень сильно гудит. О, палочка. Выручалочка. Что тут? Фрукт. Конечно, возьму. Вот я же хавал. Батарейка. Дюрасел, наверное, хорошая. Ты взяла? Или я? Да. Или ты взял, или я не помню. Сюда, сюда. Мне сюда показывают маркер. Надо карту вообще-то открыть и посмотреть. Тут целая куча заданий, кстати. Будем их делать? Наверное, не будем. Нафиг не надо. А ну, мы его будем. Кстати, дождик. До завтра, точнее. Да очень долго. Да очень долго. Да, ля, прикольно, дождик. Я такого не замечал в этой игре, сука, в нее играл. О, кошелек. Твои деньги будут моими. Нем. Кстати, что граффити. А, металлолом. Кстати, граффити. Заценим местное художество города этого. Знаешь бы, что здесь написано еще? Идем. Би-2. Не, подожди, байс. Это вот это точно си, это точно и. Здесь это обычная банда, здесь не зомби. А я знаю, я эту игру играл давно очень. Я помню, тут пацаны с пистолетами будут, и мы будем на них ломиться. Мы такие с дубинками на них, а не с пистолетами. Ну, кстати, мы у них тут пистолеты, если подбираем, то мы против людей будем довольно сильные. Закуски. Там кто-то орёт справа. Мне это не нравится. И тут зомби на нас идут. Я знаю, там один. Кия! Один? Да он тут с подружкой. О, аптечка, нифига себе. Зомби, аптечка, неплохо. Не знаю, я... О. Кто тут? О, канистра. Блин, тут слишком флюр, или как он называется. Блюр? Размытие. Да размытие в этой игре до хрена. Блюр называется размытие. Тут целая куча жителей. Ого. Ай, ай, больно, больно. Больно, уважаемые. Подождите, у меня рука немного устала сейчас. Надо было ночи проводить с рукой. И качать ее. Давайте под зад, валяйся. Так, тут топорик валяется, подожди. Тут денежки валяются. Денежки тут. Тут какой-то сикач. Думаю, он нам не особо нужен. Сейчас посмотрю, как он, насколько он круче. Так, вот это можно уже выкинуть. Можно тут воспользоваться вот этой штукенцией. Хорошо. Еще аптечка. Нифига себе тут аптечек. Так, кстати, надо их бы экипировать. Так, надо зайти. У меня аж целых две средних аптечки. Сейчас будем мазаться. О, хорошо стало. Это бессмысленные твои аптечки. Ты знаешь, как хорошо прям вштырило. Тут фрукты есть? О, тыква, я хочу тыкву сожрать. Почему нельзя тыкву? Ну, чуть-чуть. И ты тоже чуть-чуть побитый. Че тыкву съесть нельзя? Ну да. Я не вижу. На среднюю кнопку мышки зажми. Куинсклифф. Кунилинсклифф, блин, какой-то. Что за город какой-то, блин, с таким странным названием. О, парни. Бродяга. Эй, что такое? Лежать? А, я же забыл, я могу топтать им головы. Я тоже могу. Я тоже много чего могу, да? Все, лежит. Идем дальше. Заваливаем. Что? Не упали. Мне кажется, либо я тебя отрывками слышу. Не знаю. Лежать. Уже скорость... Ого. Ох, ё. Опять это говно. Ого, он меня сразу вырубил. Так ты что, не помнишь его? Палочкой ударил его на 1%. Так, да, я заберу. Да ладно, чей, потом. Блин. Так, ой. У меня ярость... Ну, блин, нет.
Нет, сейчас надо что-то найти, канистру. Да, нету ни одной канистры, я последнюю... Да, иди в задницу, он за мной бегает. Бля, тут зомби через заборы лазят. Дезодорант очень мне сейчас нужен. Хотя из-за дезодоранта... Подожди, отвлекай его, у меня может есть... Нет, у меня нет. У меня есть револьвер злобная, но на него нет патронов. Эй, что меня бьет? Парень, отдыхай. Я просто очень жизненный. Там у меня как бы тоже... На самом деле уже их нет! Все. Зато я кухонный нож взял, хрупкий. Я на машине. Ой, я на машину залез. Что ты будешь делать? Сбивать машину, наверное. Он как в этом, в Call of Duty, понял, купит. Стоит. В какой? World of War. Стоит просто. В смысле? А, ну окей. Смотри, удар дубинкой. Дзынь, один. Такой просто. Просто такой. Молодец, да? Супер урон. Ой-ой-ой-ой-ой. Он тебе 500 снес. Он мне ничего не снес. Да, слушай, я его сейчас так положу. А сколько... Ай-яй-яй. А сколько... Нет, не сколько. Как включить? А, мне она еще не собиралась. На Z вроде как. О, деньги. Луп. Дзынь. Так, тут сзади фрукты были. Когда я бежал, я их точно видел. Надо сейчас жизни пополнить. Ой, сумка. С батарейкой. Подожди, как инвентарь зайти? На И. Что, совсем уже все забыл? А где моя птичка? У меня есть куча алкоголя. Машься алкоголем. Это всегда помогает. Так, нет, подожди. На И, и что делать здесь будет? Где-то, где... Наверное, где оружие. Я не думаю, где батарейка не будет. Нет, он сам где-то сверху. Если аптечка, то они должны быть в слоте, там где оружие. Они где разное. Револьвер, наверное, еще надо себе поставить, но у него патронов нет, к сожалению. Светский лев, что за испытание? А, что у меня ХП пополнилось? Не знаю. А ну-ка, я залезу на лестницу, проверю, что тут. Сверху. Была бы у меня винтовочка какая-то. Была бы вообще класс. Тут есть кирпич! Ты слышишь? Кинешь кого-нибудь. Сейчас. Но он очень тяжелый. Кирпич. Он здоровый, он как ящик кирпичей. А ну подожди. Да. Давай я тебе кирпичи накидаю тут. И тут дофига. А. О, новый уровень. Новый уровень, кстати. С испытанием совершено, светский лев. У меня тоже. Ай, блин, я упал, ну ладно. А, 10-й левел, мне интересно. Да я им голову ловить. Стой, не бей их. Давай. Ты я хотел кирпичом сверху прибить. Отдыхай, парень, короче. Просто лол такой. Кстати, дождик прошел. И да, уровень. Я кирпич дал. А ну подожди, сейчас попробуем больше. Как в фильмах американских будет? Нет, не будет. Наверное, это мало. О, восстанавливаю 10% здоровья в минуту. Давай. Буду постоянно регенерироваться. Там кто-то, кстати, смотри, умирает. Видишь? Справа. Нет. Справа? Ну, повернись направо. Ой, кто это? Относительно дороги. Это какой-то парень. Приняли. А я не успел раздавить. Кстати, тут где-то есть верстак. С нее мясо выпало. Тут есть верстак, и тут есть канистра, которую можно с собой на всякий случай взять. А где верстак? А, о, нашел. Нет. Алкоголь. Ко мне алкоголя тонны. Надо бы что-то, наверное, создать. Я могу бомбу из баллона создать. Вот это, думаю, полезно. Ну пригодится на больших парней. Так, починить. У меня есть изношенная палка. Палка проститутка. Не изнасилована. Ну, изношенная. Ладно, неважно. Совсем, то ну ладно. Думаю... Есть вот такая штука классная, видел? Что? Ого, что это такое? Серп какой-то. Я его улучшал просто много раз, у него около 400 долларов. Бандит с полицейского участка, если кто-нибудь слышит, мы захватили полицейский участок, закона здесь больше нет. А главное здесь мы. Вот эти ребята теперь. Здесь главные противники у нас. Оп. Ну теперь можешь кинуть туда палочку и взорвать все. Блин, я промазал. Блин. Ну сейчас я попробую. Во! Дайте только я заберу эту штукенцию. А дайте мой нож. Блин, они меня подпали. Капец у них аптечек.
Отдохнуть. Все, готово. Надо, кстати, в полицейский участок зайти, там эти ж пацаны с оружием, забрать у них патронов. О, что я нашел. Я хочу с пистолетом побегать все-таки. Что там было? Палку я нашел. О, задание тут какое-то есть, кстати. Торренс Баркер. Кстати, тут какой-то еще магазин есть. Куда ты зашел? Никуда, чуть-чуть назад вернулся. Так. Опять кто орет? Деньги. А. Изношенная палка. Очень надо. Прыжки. На. А, навыки ниндзя. Она больше урона. Они что, воняют? Че они такие зеленые? Ой, у меня экран зеленый стал. О, блин, сундук. Не мушаю, отрезать никак не могу. Блин, умение замков. У тебя есть умение замков открывать? Нет, но как бы я его не качал. Средняя аптечка. Блин, я устал, надо отбежать. А, они тебя ослепляют, когда. Или мне показалось. Вонью свои ослепляют. Ну да. Понятно. Там еще один большой придурок. Я тебя хочу обрадовать, но я туда не хочу идти, поэтому пойдем в переулок. Да пошли в переулок, нам туда не надо, по заданию. Нам сюда куда-то надо. О, вон баллон, видишь? Ой. Ты хочешь его завалить? Ну хотя за ним могут опыта неплохо дать. Можно, в принципе, его завалить. Ой, парни. Нормально. У меня сейчас, кстати, ярость насобирается. Блин, они мне когда бьют, она сбрасывается, наверное, да? Кто сбрасывается? Вот, кстати, типа еще. Типа тебе попадают, ярость сбрасывает. Да вроде нет. Ну не знаю, мне никак насобрать ее не могу, хотя было только что больше. За что ты его напинал? Ну за то, что он некрасивый. Да давай, дави его. Ты, кстати, залезть можно наверх. А ну-ка. Да, когда они близко подходят, у тебя жизни тратятся. Эти зеленые? Да, да, да. Понятно. А фу, надоели. Так, я залез на крышу, и тут ничего интересного нет. Этот толпу зомби перевалил. Подпалил, точнее. Хотя еще и некоторые живые. Там кто-то горит. А ну-ка, я сейчас тут по крыше немножко побегаю, гляну, что тут да как. Сейчас. Может, что-то полезное найду. А может и нет. Тут кроме зомби ничего и нет. И никого. Ой. Хотя тут куда-то можно пойти, как я вижу. Я этого здоровяка слышу. Блин, ну я перелезть не могу. А я залез на машину. О, перелез. Они опять же тупят. Что? Вокруг машины бегает. Слушай, я нашел какое-то странное место. Мне оно не нравится. Что это такое? Конец карты, что ли? Да вроде не похоже. Но почему? Лицензия! Что лицензия? Ну, короче, на видео потом увидишь. Ой, здоровый мужик пришел. На видео, я говорю, на видео увидишь, у меня тут большое аномальное ничего. А, ну норм. Ты нахрен туда полез, нам, наверное, было не надо. Я не знаю, не, ну тут можно полазить. Мужик ушел. Тут полазить как бы можно. Иди сюда, мужик. Я просто не знаю. Здоровяк. В чем прикол? Как бы тут еще видок, ладно, норм, да? Ой, за мной здоровяк бежит. Вот что вот там вот происходит? Кусок, короче, здания не прогрузился вообще. Зацени. Где? Ай, меня кто-то бьет. Меня не снизу бьют, как? Ладно, я возвращаюсь. Ой-ой-ой. Ну все, поднимайся, что ты стоишь. Что? Ну, меня вывалили. Штука 300 потрачена. Тю, я появился, мне сразу фиганул. А, ну жизни хоть нет, не лезь. Так где ты? Это кто, большой хрен тебя бьет? Да. Тут была канистра, ты ее забрал уже, я так понял, да? Я вот сюда залез, но он за мной. Воу-воу-воу, стой, я хотел бомбу взять. Он сюда не лезет за мной, он тупит. Сейчас, подожди, дай бомбу возьму. Так, вы там пока деритесь. Ща. Палец предупреждающий, алкоголь, бомба из дезодоранта, а есть. Блин, да ты надоел. Сейчас, отходи. О, черт, он хитрый! Ты меня убил. Нормально. На тебе заточкой. Ай, больно. Сейчас мне еще штуку снимут. А ну иди сюда, парень. Короче, я его уделал. В режиме ярости. А у меня минус две штуки из-за тебя. Ну один раз из-за меня, ладно. Ладно, так уж и быть, да? Там придурки опять горят, видишь? Ой, тут эти вонючие. Так, ладно. Допустим. Тут, о,
Тяжелый пистолет. Да блин, кто меня напнул? Пистолет с одним патроном. Так, нет, я туда сваливаю. Не, пистолет не тема. Ой-ой-ой, я пополам ее, кажется, а нет. Показалось. На тебе бревном. Да лежать, ребята. Перережу лучше. Ой, не воняют. Да капец. О, тут закуска есть. Где? И напиток. Да вон там. Так. А куда нам идти хоть? Не сюда бежим. Я понял, но я тут так осматриваюсь. И тут еще закуски, по идее, типа, да? Ну, я одну сожру. Толстому негру много не бывает. Да, ну на двоих можно не тратить. Ну весело. Ой. Знаешь, как это? Страйк! Бошки передаю. Так. Так, эти ножи я повыкидываю потом. Плохо, знаешь, что только? То, что у тебя от микрофона шума очень много стало. Ой. Уважаемая, извините. Да, очень много шума стало. Ну, я не знаю, попробуй что-то сделать. Просто, ну, знаешь, как-то отчетливо стало его слышно. Раньше как-то не особо было слышно, а сейчас... Я говорю, он громче пытается сам по себе делать, я не могу ничего... Ну, он делает громче, то есть сейчас нормально тебя слышно, но... Прикол в том, что и шума стало больше. Сейчас... Я не знаю, тебя выкинет, не выкинет, если я сверну. Да не, не надо, ладно, пошли уже так. Нормально. Старый город. Парни. Прям мясо. Блин, ну встает сильно быстро. Да у меня тоже. Опять этот придурок, если слышишь. Я игру слишком тихо сделал, чтобы его слышать. Ну я где-то слышу. Сейчас, после вот этой серии я немножко проверю звук. Если что, прикручу звуки в игре. Ну, скорее всего, надо будет прикрутить. Вот, теперь слышу. Так, нам куда-то сюда надо. Куда сюда? Ну, вот сюда. Смотри на меня. А я вижу, просто маленький. С моим маркером. Маленький такой заток, проток. Где это? Сверху, снизу враги появились? Я не пойму. Во. Тут у меня, короче, на карте появились враги, но я не могу понять, где. А, вон, товарищи с пистолетами. А, это такие, да? Да блин, они немного косые, конечно. Надо хотя бы одного запинать, а там посмотрим. О, пекарь. Так. Подожди, погоди. Парень, сейчас все будет, сейчас все будет. Надо осмотреться. Блин, меня кто сверху валит. А, вон. Так там сверху мудак один. Короче, я захожу. Я сверху типа вывалил. Ой-ой-ой, я его вывалил. Так, патроны, патронов, дайте мне. Блин. Зачем мне два пекаря? Не знаю, мне патроны. А нет, он патроны подбирает, он пекарь не подбирает. Мне патронов бы. Магнит. Лезвие. А мне патроны можно? Батончик. Тут только закуски, дайте мне патронов, ребят. Я тоже хочу стрелять. Так, а тут мы не зайдем, типа, да? А ну дай я посмотрю количество патронов. А, на пистолет когда наводишь, да? Наверное. Он тоже ломается? Пистолет, не знаю. Ну как бы шкала есть. А, нет, то улучшения всякие. Я вот только не пойму, где вход. Там двери нигде не открываются. Через верх вон, смотри. Где-то здесь, наверное. Может быть, не знаю. А наверх как залез? Он не потянется, нет? А, конечно, сейчас как паркур. Ой, это что-то. Залез. Батончик. Вот а надо было кому-то здесь батончик прятать. Очень умно. Так, а вот сюда. Нет, не будет. Я с другой стороны попробую обойти. Это не принц Персии. Там с другой стороны лестница, но она за забором. Короче, я не знаю, что тут надо делать. Сейчас. Кстати, сзади нас какие-то чуваки. На карте, если видишь. Ну на карте, я знаю. Но они где-то непонятно где. Один есть на крыше. Ну, короче, на крышу залезть как-то надо. Как? Уже что-то пощелкал. Я двери выломывать не умею. Так, подожди. А ну. А машину сесть можно? Не, в эту нельзя.
Показывает вот сюда, да? Странно все это. Показывает, что один живой, прям вот тут. Ну, прям сверху. Ну, или снизу. Ну, или снизу. Скорее всего, сверху. Хорошо, надо наверх залезть. А вот хрен узнает, как наверх залезть. Вот бочки. Ладно, пошли где-то там, обойдем, вот, да, с той стороны, с которой ты сейчас, я вот, бочки, вот. Ага, не запрыгивает. Даже Сянь не может запрыгнуть.